И во Ну, сколько мы поставили сыграем? так, потому что... Один хуй, пока соберетесь. Принимайте сумон, короче. Ну, если, короче, приз будет, я могу, типа, на замену. А кто у нас танк? Да, бля, Синтек, ты... Нет, не мороси, не переживай так. За этих чарок. Я вот сколько этот ТТГ выпустили, сколько его год назад выпустили, да? А нет, ну полгода точно. Схожу как бомж. Вот у меня на этом, на друиде нету этой, как она называется, Т4 даже. Вообще обида ебаная. Иногда даже играть неохота из-за этого. Я сомневаюсь, что что-то выпадет. Выпадет сейчас на этого, на РШАМу нахуй 5 шмоток, блядь, и 5 шмоток на ДЦ нахуй, которого нету нахуй. Все правильно. Все правильно, на РШАМу этот нужен. Плащик. Ой, не плащик, а пояс и запы. Ну, что-нибудь. Выпадает шмот только на ДК 100%. Это какой паладин сказал? Фарла. Что-нибудь в этом роде, блядь. Это интересно, кто у нас будет второй рейд хилить. Там вроде какие-то есть челики. А где бидон? Грузится он, грузится. Ёбану. Джубраджин или как его там еще. Сейчас пока это, почистим трэш. Давай весь по кругу зачистим. Джубраджин он... Так, кто танчит-то? Холи дринк. Блин, у нас нету ГДК. Это минус милихоста, минус 10% АП. 16% поставить тем. Что поделать? Ну, у нас энх есть. Нету у вас энха, он хилит. Вы заставили Элема и энха хилить. Ну там 16% есть тотем. 4% не будет хватать. В смысле у нас нету? Энх у нас есть. Кто, Акиса? Акиса хилит. Акиса энх. Ну, на собаке он может побить, там на собаке не надо 5 хилов. Акиса бьет. Вот я сейчас этот рекаунт посмотрел. Сейчас он в энхе. А, ну да. Надо будет хила дополнительного только на этом, на среднем. Ну и на последнем, наверное, а на собаке-то он ДД будет. Там не надо хилов дохуя. Если не умирать, то да. Че, ГМ ОБ будем делать, РТ? Кару обычку-то. Нет, кто Фарла говорит? Когда? Ну вчера, помнишь, чел писал, что ему надо Т4 выбить. Давайте РТ ради этого делать. Он пускай идет и выбивает, но у нас-то что проблема? Нам тоже каждому мужчину старый герб тоже шмотку. Надо его одеть. А, ребят, у нас нету 8-го дня в неделю, чтобы делать еще РТ. Ну, вот с 16 до 20 есть одно РТ. Если хотите, до собирайте, если хотите, после собирайте. Вот есть суббота, есть воскресенье. Народ, а это не тот вчерашний паладин, которого кикнули в нигде? Да, это тот самый паладин. Ну, а ради кого сейчас хотите собирать? Ради кикнутого паладина? Пошлите, короче, обычку, чтобы мне голову на сову срулить. А мне тоже нужны на пала, на ретрика Т4. Ну все, вот ну, идем. Давайте мне тогда уже на третий спек хули. Не, мне-то понимаешь, мне надо ретрика собрать. Мне вот тоже сову надо собрать. Потому что иногда я дамажу. Ну вот, допустим, на леди. Я вот в календаре на Кстромаса не вижу, что за хуйня. Натуре, ебать. Ока вечности не ходим, ебать, за лупа гильдия, я левая. Вот насчет ульды, кстати, ульда нужна. Надо уже обычку убирать, блядь, чтобы нормально КМ фармить. А мы все бегаем так вот, блядь. Ну, обычку ты не уберешь, там осколки собираются. Все инсты, которые сейчас есть, 4 инста, которые я называю обычками, они нужны. И никак, ну,
против ничего не получится сказать. Их не убрать, да. Ну, можно убрать... Полки плюс трыни. По сути, можно убрать РС-ку. Вот если бы в гильдии... Ну, вот я не знаю, кто кроме меня и Биг Дема, наверное, еще может отрелить РС-ку 25 обычку. Я думаю, человек 5 есть, только они, может быть, молчат. Или им похуй на этот инстинкт, там ничего не надо. Сама по себе РС-ка, она проносится, блядь, полчаса нахуй. Там не надо просто ебланить, надо четко понимать, что там делать, и все. Сетап определенный, там, зерк, не зерк, это вообще похую. Главное, чтобы люди там не ебланили. И, ну, одно дело, когда РС-ка у тебя 2 часа идет, а другое дело, когда... За полчаса, как... Ну, блядь, проходится. Не поможет ничего, времени-то не добавится, если мы РС-ку уберем. Да, времени не добавится. Ты сам говоришь, 30 минут она. Она 30 минут проносится при условии, ну, что, вот ГМ, что никто не ебланит. Вот убираешь РС-ку, добавляется вам ГМ опыт, кто там хотел. Не, ну можно. Чудесный выбор. Можно, в принципе. Но так-то люди есть в гильдии, которые чешки хотят. И проносить РС-ку несложно. Вместе 270 первых шмоток латать 245-е. Ммм, кайф! Можно вообще все это проносить. Просто надо это делать все быстро, с первого трая всегда. Ох, наш самый любимый босс. Короче, разбиваемся на 5 пати и идем в РБК, нахуй. Так, вот бидон зашел. Я вот не знаю, Синтек, тебя тогда на второй рейд оставить, если бидона вместо тебя сейчас взять. Ну я в субботу могу прийти, как бы. Вот, я и говорю, субботу завтра. Ну все, вот. Прекрасно, ни с кем ролик не надо делиться. Вот. А то вдруг это выпадет твой шмот, ты будешь здесь. 3 шамана, 2 паладина, охуенно. Там вероятность маленькая, что что-то вообще выпадет. Ну дайте беду, это Синтеку тотем, блять, портал, блять. А я уже ушел. У меня раз РТ нету, сейчас буду сумки крафтить. Сейчас может ГМ, ну, сходим. Сходим. Ой, дай сопрот. Да, кстати. Ладно, вам счастья, удачи, семейных благ, все самое лучшее было, чтобы хуй стоял как камень. Портальный ключ, что это за хуйня? Какой-то КВС. Звучит как тост. Да он опять бухает просто. Я прото, рарник, кулаки, фарла МП5 и второй пал каски. Так, ребятки, у нас ДЦшника нету, так что с этих, блять, как они, гейзеров, выходите. Так, что там у нас по пати? Первое, так, давай уберем пока его, блять, кто там кот? Сука. Ну, кису, допустим, пока вот так закину. Первая, вторая, они с танком начинают. Танк, хулидринг. Так, еще два челика. Это будет... А кто это будет, блядь? Кто из третий, четвертый и из пати хилов шарит с фиолетовой меткой постоять? Ну, там из пятой пати смысла нету никого ставить, кроме шипешника, если будет. Потому что остальным всем надо тормозиться и хилить. А место есть или нет? Всем привет. Здорово. А для кого место? Могу уступить. Это... Нет, нет, ты не уступишь. Заходи, заходи на Лока. Вон да, жуй болта свичну. Пойдет во второй. Я мог во второй пойти. Не советую. Этот, некро, этот, новый лок, ты здесь был в этом инсте, шаришь? Стоял на фиолетовой метке? Что там делать, знаешь? Я постою, Равист встанет. Так, Равист постоит, и еще второй кто-то нужен. Ладно, давай я тоже с тобой постою. Все остальные будут на зеленый. Заходишь, мистери?
Да, да, рожусь. Там, блин, с женой генеральную уборку только закончили. Такс. Все, мистери суконим. Бидон тут уже. Так, я рыбу ставил, нет? Вроде ставил. Так, значит, еще раз. Мы с ровистом на этой хуйне, как она называется. На фиолетовой и первая, вторая пати. Остальные 13 человек на зеленой. Вот зеленая сторона, если что, не забывайте, вот с этой стороны. Тут. А танк начинает с фиолетовой стороны вот тут. Мистер, ты присумонился? А, все. Да, да, да. Не забудьте порталы поставить. Вас расставлять там или вы сами разбредетесь? Типа не стойте в куче там по 10 человек, блять. Как обычно. Вот, допустим, я третью пати ближе к треугольнику ставлю. Не спутьте босса, блять. К треугольнику ставлю ближе. Дальше идет хилы, вот ближе вот сюда к решетке, где там этот, где некромантика стоит. Примерно туда и ближе к решетке, там хилы стоят. И еще дальше к центру комнаты стоят четвертая пати. Ну там три человека только. Все, проверка. Так. Лока там разбафайте. Там все готовы, блин. А, да, все готовы. Дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Некромантка, отойди, пожалуйста, вправо, влево, куда-нибудь. Вот эти РДДшники. Волкар, где портал твой? Меня что-то Вов зафризило. Да я без портала, в принципе, обычно бегаю. Сейчас фриз поймал, экран замер. Сейчас обстрел, смотрите. Или умрите. Вы умрете. Ой, я сдох. Так, сколько там? 6 тел лежит. Да. Не стойте за хилами. Ровист, отбеги немножко сюда к костям. Резни меня. Подбегу, какую-то метку ставлю, подожду. Ровист. Сейчас пульсация на тебе пройдет. Метка. В лок, сбегитесь. Боль. Я понял. Алло. Вы
Сука, что ты делаешь? Все, да, ложимся тогда. Зачем не спекайтесь в такие метки? Скольки стаков не стоит сбегаться? Ну-ка, сколько сейчас стаков? 6 стаков. Вы умрете. Да там и людей мало, наверное. Не, на 6 стаках можно сбежать. Просто он как-то от этого, от народа отбегал. Там было 3 человека. 3-4 человека. Он взял ТП-шнулся и подбежал с меткой в другую метку, и они вдвоем нахуй там все сдохли. А, это вообще скилл. Две метки, когда вы смотрите, одна метка 70 тысяч, две метки вместе вы не сносите, вы их в разные точки сносите. И каждой метке по 3 человека минимум должно быть. Ну какие-то свои. Я в него бежал, значит, мы вдвоем в него бежали, чтобы поделить урон. Он взял, блядь, тыпнулся от нас нахуй к другой метке и сдохли там они. Вообще пиздец какой-то. Я не могу. Ой, блядь. Хотел масло на плащ намазать. Маш. На тело не маш, а маш на плач, как и сказал. Поставил рыбу. Если люди, смотрите еще с метками, если вы будете кемпом стоять, РДДшники, там 3-3-4, допустим, или 4-4-3, вам даже сбегаться не надо. На вас, если метка упадет. Единственное, надо убежать, если там две метки будут в одном кемпе. И все. И не будет вот этой суеты большой. Еще момент, РДД, если видите, что перед вами кто-то стоит, не вставайте прям за ним. Влево, вправо чуть встаньте. Да я что-то. Шахматный порядок. И все. Бегите или умрите. Ох, спасибо, ребятки, что зажимаете. Метка. Че его убивает, этот кружок белый, да? Берегитесь. Кого? Хурюка. Я агро срываю. Ага. А чё, ты Оман не смотришь? Смотрю. И срываешь всё равно, да? Ну, получилось случайно так. Стопать же можно. Встал, бидон, отойди, это всех. Тебе метка может быть другая. Или умрите. Понятно, бетон, понятно.
А кастером с фиолетовой меткой полная залупа, блин. Самое нормальное это деревяшки. Угу. Берегитесь. Да ёбаный в рот. Пояс. Ебанул. Кто там говорил про шаманские шмотки? Я. О, не, СПД хуета. А. Сука, ни одного кожаного говна, бля, я понял нахуй. СПД? А чё ты хочешь на шамана? Скорость? Так там... Подожди, стой. Кисти рук это... Кистей. Это нет? Кисти рук. Тебе пояс нужен, да? Да. Пояс и запа. Пояс это чё, блядь? Рейтинг скорости, блядь. Ну чё ещё, допстата ещё одна. Нормально. Да, ну да. Помню. Ну и если именно не реролить, то прям для эрпала вообще зашибись. Мастерка и скорости крит. Адекватно тоже. Про ДК ничего не знаю. Там кольчуга. СПД, да. Если кто-то крутить будет, там нажимайте. Если только и крутить, только запы. На 68 СПД полная хуйня, конечно. Угу. Почему целых два камня практически? Ну да, нормально. Ну другая чарка на Лема, самый кал. Кольцо огня. Она, кстати, считается самой хорошей, вот эти чарки на Элему. Которые статичные обычно. А вот это что, кольцо, ну да, огня? Кажется, на крит и на хосту все равно лучше. А, вот да, это лучше. Это на Элему перчатки, нихуя себе. Это, кстати, неплохая чарка. Не, на Элему. Кстати, Калёха, вот этот пояс, где там лучше реролльнуть. Если на эрпала. Чар. А стыдно, пиздец, мало дают. Че, не надо тебе этот Хэлла? Нет, да это беспонтовая чарка, это она трэш. А, ну на бидон будешь собирать Элема. Ты чисто по трэшу только можешь что-то сделать, а в соло таргет ни хрена. Угу. Так, как будем выручать рейд по хилу? Друидов по пати раскинем, это первое. Так, сюда. Ну смотри, два три ма, три массакры. Ян под первый этот, под первое дыхание Адама ма и массакру. Угу. Так, Акиса. Давай, Акиса в шестого хила, и я, получается, в хила прыгну. Чё, я тогда под первый после переходки массакру сдам. Так, а сейчас мы Акиса кого-то выкинем оттуда. У кого там с палов меньше проблем с мной? Фарлы или Шектора можно выкинуть? Да не, тут я не думаю, что проблемы по мане будут. Да, в принципе, тут пускай. Тут проблемы с маной, да. Ладно, похуй. Если что, у нас Иннер все равно работает, гимн работает, поэтому... 5 Иннеров, 3 гимна. Смотри, сколько сов стоит, а? Она там это бодяжит, что-то варит. Так, итого у нас сколько? 6 хилов, да? Угу. Единственное, меня не выкидывай, потому что у меня всплеск чар зачарен. Да, заебись. Ну, я буду с вами в пати.
Так, зачарить СПДшку. Вот надо апнуть, у меня друль в Т9, блять. Надо Т4 собирать, наверное, дружку, сука. Еще Т4 поиграть. Так, пожрали. Это, ну вы знаете тактику, да? Смотрите, я тут буду отвлекаться на хил, так что попиздите сами там, кто может. В плане, это, вот, проклятие появится, надо будет сказать, проклятие вышли, разбежались. И что еще? Ну, по гимнам давай как? Значит, Шелфир дашь перед заходом в бублики, а Биг Дэм после того, как выйдут с бубликов, если мы до них доживем. Ну, а Песа на свое усмотрение, смотри там на ХП, если покажется, что хуево захиливают, дай на какое-нибудь дыхание. Вот, ну и все то же самое, на дыханиях вы знаете, что делать. Себя хильте, вот там 3 Ршама у нас, 2 Хапала, 1 Рдру. Маззахила маловато. От меня от одного будет. Ну, в трех пати присты есть. Локи обязательно заслон от темной магии нажимайте. На каждое дыхание, чтобы было у вас. Там КД как раз 30 секунд. Потом похищение жизни кастуйте. Вот все 5 секунд, которые он кастует. Дыхание вы кастуете, похищение жизни, чтобы побольше у вас от хила было. Вары, ну, на 5 секунд защитную стойку нажмите. Это тоже на 10% урон снизится, проще будет. Но роги ложный выпад. Ретрики через себя, ну вот там рарник через себя, подхилили кого-то, кто просел, если видишь весь рейд. Ну все, вот на выживание. Камушек возьмите. Камушки возьмите. Выживание, смотрите. Главное, на дыхание играем и все, и убьем нормально. Да, давай по сейвам фарла на первом ма и массакру, на второе дыхание рарник. Под третье, уже после переходки язда массакру. Ну и там под заход этот еще хэпал даст массакру. И когда выходим, друиды, спокойствие. Мне кто-то СС дал. Кто это дал? Так, мистери дал. Некромантик, давай тогда на этого. На Вадикона. А Валкар давай на Рависта. Я уже Вадикону дал, я же написал. В этой Валкар. И что, ему сейчас второй раз дали, да? Я понял, бля, понятно, блядь. Все круто. Отлично. О, ошибка вылетела. Блин, игра выкинула. Игра выкинула. Кого выкинул, сейчас пока ждите, мы заходим. Наверное. А там уже кто-то спулил. Хуйня какая-то, блядь. Заебиделся. Чё за хуйня с сервером, бля? Чё выкидывает, нахуй? Чё за параш? Сегодня, да, до РТ такая же хуйня была. Пиздец, блядь, говно, блядь. В смысле, по два босса каждого вида? Ебать. А лут один был? Или два ячка? Хуй вот. Говорит, ГМ прилетал, убирал. Взяли бы, убили бы, может, лута в два раза больше получили. А, это как в этом, в Долоране, как она, банкиры стоят. Тоже там смотришь, они вдвоем там что-то куролесят на одном месте. Блять, какая-то параша, захожу и все, и картинка встает нахуй. О, жди, жди. Жди, она сегодня такая херня есть. Да. Прям я... минуты две жди. Я био пока. Пиздец, блять. Я вон заходил, тоже перепугался. Да, минуту-полторы картинка висит, блять, нихуя.
новое обновление. Ого. Эти мечи затолкали. Да я ебал эти мечи, блядь. Самое классное для X2 и X5 улучшили. Ага, это типа сутулые орки квадратиком теперь показывается. Сутулые орки? Но. Не знаю. Ну, которые это, горбатые, горбатые. У меня нормально. У меня бидон-кубик просто. А, ну это у тебя. У нас нормально. Бидон-кубик, блядь. Не, нормально. Ну и, блядь, бидон-кубик. Смотри, какой урукай какой, блядь, полосатый. Бидон-кубик. А из-за того, что он сутулый, это типа бафа отображается? Это не сутулые, не нормальные. О, блядь, развисло. Я ебу, блядь. Чудеса, нахуй, охуеть. Вот он скрин скинул кубика. Сегодня весь день такая хуйня. Да, скрины заебись вот эти куда-нибудь потом. Это, лет 5 пройдет, блядь. О, блядь, нихуя, скрин бидона кубика, нахуй. Надо звание придумать. Кубик, нахуй, бидон кубик. Кубик от пресса, блядь. Один сплошной куб. Угу. Нихуя, один сплошной квадратный пресс. Так, а чё, все, получается, тут были, что ли? И один, что ли, вылетал? Это во всем куб виноват, да? Кубик виноват. Может, бидон на туре спекнулся, там что-нибудь такое, блядь. Да, Фрейбу там половина подохла. Пока его видели. Завтра, послезавтра починят вот эту херню, надеюсь. Мэтт Фокс, Пэса тут? Мэтт Фокс сидит, а там Пэса бегает. Кто-то отходил. Все, Пэса тут и Мэтт Фокс тут. Принимайте, Шектор остался. Все готовы. Где там отсчет у меня? А, вот он, даю отсчет. 1. Пиздец. Не, ложитесь, давайте еще раз. Что-то какая-то хуйня, блядь. Ты опять вылетел? Выходите уже. Не, выходите. Ну, 4 тебя воздух на дыхание. Пиздец. 4 или 5. Блядь, не хватает. Ты что, масса сокрой, что ли? А я не знаю, была масса сокрой. Нет, там Фарла, походу, вылетел. Нет, я дал. Нет. Фарла вон хилит. Чего-то не хватает у нас какого-то, блядь. ДЦ не хватает. Слышишь, Пэса, а у тебя что там, ДЦ в разработке, нет? Попробуешь? Там хули там одну кнопку тыкать. Получше будет. Да надо как-то, блядь, делать так, чтобы на дыхании не падали все. С ДЦшником сейчас получше должно быть. Ну давай спекнись. Дебют Пэса. Сейчас ебать. На дыхании просто, блядь, все фулл хп будут стоять. Все 25 человек засчитывает. Много когда заебашит себе и будет считать. ГКД в настройках отключат.
Ну, там смотрите на дыхании Эршаму этот, сдайте, как он называется. Природную стремительность вот эту. Ставлю рыбу. А саппорт это все выпили? Да, наверное, лучше выпить саппорт. Кстати, на чё тут резист нахуй у нас? Сейчас я, блядь, перечарю себе. Тьма. Тьма, ну-ка, сейчас у меня же, блядь, топ профа, блядь, у меня все тут есть. Сейчас я на тьму ебану, блядь, буду вообще жить получше. Оп. 150 резиста, да? Чё, давайте пристабав там защиту от тьмы всю эту хуйню. А то если палы сдохнут, ауры не будет. Пристабафа нету, дайте пристабав. Писты. Когда будешь в этот заходить, Пэса, в бублик на себя зубы дашь. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. О, вот это хорошо, нормально живем. Все. Тьму заберите. Эти демоны 4 штуки идут. Трэш. Уже фаза пошла меньше 50. Смотрите. Геро. Да, давайте. Сферы разбейте. Сферы милики разбейте, иначе вы подохнете. Проклятие выносим. А можно служу вывести? Да он не особо ходит. Сферы возле босса заливайте, иначе вы подохнете. Вас никто не засейвит. А там лужа, пиздец. Я убегал на полкарты, блядь, он не ходит. Так он кастует, и там он стоит, пока он не подойдет. Да все, со вторых бубликов выйдите, чтобы вас захилили. Видите? Готовимся, погружение скоро будет. Бегите, вот погружение, зашли в эту хуйню. Все, после этой хуйни вышли. Танк слег. Bubble Town. Значит, заново нахуй. Войд, слушай, а может кого-нибудь рейнджа за тебя поставить, чтобы в него шли, а не в тебя эти духи? Сзади, да, можно за спиной. Можно, можно поставить танка лицом к решетке босса. И милики сзади, и все, и пойдет на милика на какого-то. Так и был. Там невозможно потом драться. Бить босса вообще невозможно. Ну вон, встаньте, кто там. Биг Дэм или Шалфир, кто-то с вас. Встаньте за спину босса, да и все. Хуёво. У него модель... А у нас маг есть? Персонажа, блин. Необычная, как у босса, как у персонажа моделька. Давайте вон мага за спиной поставим. Танка.
Да и все, он глубой словит, если что. Мага нашел? О, вон, есть один. От погружения ничего вроде не спасает, только в сферу зайти. Ну да. Угу. Даже бабл не спасет. У нас есть прожимка, которая поглощает урон 80%. Тогда еще можно выжить. И то, наверное, только танк. Все готовы для отчета. А ревностный тоже не спасает? Нет, тебя просто шотнет на. Пусть мах ловит, если чё. Рависта ты. Так, ресую рависта. Сейчас уже собаки пойдут. Но они с угла идут. Там дамага, наверное, да. Эли, давай. Сфера. Глядь, выносите. Хули они на решетке у вас, сука, сказано, выносите, блядь. Хули они у вас, проклятия, все на решетке, блядь. Там была черная земля. Дальше выносить нельзя. Вторые проклятия сферы, выносите. Мужики. Выносите проклятия. Милики сферы под ногами босса заливайте. Вышли с бубликов. Готовимся заходить. Ну там два ляма за ДПСит, скорее всего. Вот дыхание. Все сейвы, гибны на хп отдавайте на это дыхание. Все и там добьют. Добивать. Ну, ключевое, конечно, ДПС, блять, да. Есть какой-то определенный порог. Ну вот давай посмотрим, сколько там. О, грудь упала. Отлично. 280. Вот 280 ДПС рейда, это все считай. Считай, он убивает. Там еще перевести надо правильно. Что-то кто-то же говорил про приистов и элемов, да? Я говорил. Ну, да. Оно упадет, говорит, кольчуга и ткань. Оно ПКД падает, это залупа, нахуй. Как будто там шанс, не, нахуй, 90%. Ну, ладно, латы тоже он упали. Топор надо кому-то? Если не надо, кидай на распыл. Пыса, вон, покрутишь что-нибудь с этой хуйни. Вдруг выпадет это, как называют, нахила что-нибудь полезное. Вот, латы. Оставайся в этом, оставайся в хиле пыса. На этой, на собаке попроще будет. Латы на Эршаму забрал бы? На паладина, сказал же. Не судьба, Лех. Ну да. Да, в принципе, у меня есть здесь 277. Шалфир, точно тебе надо эту хуйню?
Ну, для ШП, да. Без хосты. Чаркой. Без пояса для ШП. А что там, надо. Чарка выпадет на ШП, если крутить? Критовую, да. Чарку берут. Нет, там добавил рандомно, это без пояса на ШП. Понятно. Я думал, с ребра. Бис. Просто ну, если никому не надо, я взял бы, покрутил бы. Так, а это чё? Латы. Это да, на протопала, блять. А чё там? Чё за чарка? Освещение. Освещение. Кто у нас там? О, бля, нихуя себе. Войт, если никому не надо, я взял бы, покрутил бы. Кто это? Полидрин. А, у тебя такая есть, и ты ещё покрутить такую же хочешь, или другую? Не, я хочу на ревно снова выкрутить. Кстати, нормальная чарка на агро. Да. Да, только вопрос, работает ли она, эта чарка, когда нету меликов, получается, в луза. Они хуёво сделали, что с каждого босса падает весь перечень шмота. Это вообще полная залупа. Так шанс, блядь, на говношмот вырастает, блядь. Ну, вообще тут раз мы ходили, короче, в десятку только. А сколько? Три раза упало, нахуй, типа, запы на, ну, этого. Как он, как чужный. Чё, как будем стороны выносить или по кругу? Это в стороны, влево, вправо. По кругу вон десятки можно бегать, 25-ки не очень. Так, рыбу ставлю. А грудь кому отдали? Этому холидринку. Если надо, вон у него. Тебе надо? Все готовы, давай отчет даю. 4, 3, 2, 1. Ой-ой-ой. Насрали. Так выйдите, блядь. Вернулись. Ир. Вы что, сука? Ровист дох. Ностальгия ресы ровиста. Тир. Вернулись. Вы умрете. Шающий. Метки вносить. А Гера будет давать? Да, надо. КД. А, ну в принципе, вам дам. У кого нет дебафа? Метки. Спир. Не ловите, сука, фир, блять. Ну, ностальгия, ты второй раз ловишь. Чё, сложно спиной встать к боссу или что? Ровист, шектор, ресы. Лидер ему дашь сразу. Шектор станешь себя за хил там флешкой чем. Ебать его в рот, блять, пизда. Во время. Диспаль. Добейте. Раз. Вот милики нахуй. Что, от зеленого круга отбежать сложно? Давай, Хэлла, ставь тотем. Шелфир гим на ману. 4, 3, 2, 1.
Пир. А диспельте, мужики. Бежали. Шалфир, диспель. Ирарник. Песа лучше щитки покидает. Больше профита. Вернулись. Вернули. Бежали. Оп, вот они, латы, вот кольчуга. Денилема. О, Фарл, ты просил тело, да, или нет? Я просил пояс. Башка танковская, восполнение 1600 единиц здоровья раз в 5 секунд. О, это же пояс лучше, чем Аркус. Ой, посох. Ну да. Лучше. Тогда его понижу. У этого пояса что, дырки две, да? А пусть он и ставит портал в шатра сразу. Латы, вспышка света, свет, свет небесный, хапал. Хапалы надо вам? Не. А у нас ноги берутся у в сет. У нас нонсет, да, ноги. Это так. Ну, тогда рарнику нахпал. Кольчуга. Ставим по 5. А что вы берете нонсет себе ноги? Статов больше. В магик. Пизда, что вы берете? Кольчуга, нахуй. Я ебу. Там эти СТТГшки, типа, штаны падают? Да, вот такие. Да, ладно, да. Эти штаны надо кому-то, кто-то будет крутить. На Энха там или что. Ну, бидон опять. Бидон скоро 3 спека оденет, блядь. Явно же штаны. Ну, чтоб, короче, больше стат получить просто. Потому что, чтобы такие же статы были в Т4, тебе надо Т4-3. А его пока оденешь, заебешься. Так, Адма, ну я хуй знает, Шектор хуй знает, мастеру дам. Игрок не найден, тогда Шектору дам. Игрок не найден, тогда Вару дам. Все улетели. Если там кому-то с вас сильно нужно, это не, я Вара. Так. Тогда Вару кидай. Че, сначала магик, да? Да, да. На магика я пойду, наверное, на ДК. Дринк Рэва дал. Сука, говно, нихуя не выпало.